Всем привет, друзья, с вами Реалайз, и наконец-таки я набрал нужное количество знаков дракона, а именно 18 тысяч, чтобы приобрести себе лук, который я планировал купить. Как вы видите, на это все дело у меня ушло практически все время, которое было дано на прохождение всего ивента. А также я вам напомню, что у меня 10-й тронный зал, и по причине того, что мои персонажи еще пока не все прокачаны до 100-го уровня, то на арену я в это время не ходил. А основным источником добычи знаков дракона было нападение на достойных врагов на карте. А также проходил я каждый день вторжение, два раза бухту, по 7-8 стадий, это 250 знаков дракона за одну бухту. И один день я словил баг, когда я смог два раза пройти вторжение. Также за время фарма портала я выфармил где-то 8-200 знаков дракона. Вот, в принципе, и все, друзья. Я считаю, даже если бы я ходил на арену и занимал только первые места, сидел бы сутками безвылазно, то максимум, что я смог бы сделать, это две строчки и половина третьей. То есть до третьего оружия я бы точно не дошел, и до яйца дракона это уже 100% пришлось бы донатить. Так что я считаю, те люди, у которых есть на 10-м тронном зале данные предметы, то это однозначно донаторы. Итак, какой же лук мне достался? Лук мне достался с 5 слотами под самоцветы. По урону лук мне выпал среднего показателя, так как урон был в диапазоне от 4,5 до 4900. С самоцветами, я считаю, мне не повезло, так как у меня всего лишь 2 самоцвета на урон и 3 на увороту. Уворот, конечно, это очень важный стат для лучника, так как он является самой дальней целью, и постоянно на него будет телепорт за спину, ему нужно будет уворачиваться от вражеских разбойников. Но все-таки я бы хотел, чтобы здесь были слоты под урон. Что за это такой лук, за которым я гнался практически 10 дней? Ну что, друзья, поехали его тестить. С этим луком я убью любого на сервере. Конечно, друзья, шучу. Лук на самом деле полный. Но он все же лучше, чем тот, который у меня был. Вот, посмотрите, если их сравнивать, то он намного выше по урону. А теперь давайте серьезно мы сейчас его затестим. Во многих пабликах я видел, как игроки утверждали, что данный основной бонус на луке не работает. Каким образом? То есть игроки не видели анимацию свечения, поэтому они полагают, что бонус вообще на луке не рабочий. Как нам это теперь 100% проверить? Для этого нам необходимо сначала избавиться от всех предметов, которые нам могут давать анимацию свечения, чтобы мы ее ни с чем не перепутали. Для начала нам необходимо снять броню, так как вот этот бонус, он тоже дает свечение. Мы ее снимаем. А у меня здесь приготовлена обычная зеленая броня без бонуса, чтобы нам не перепутать, мы ее надеваем. Также мы снимем артефакт, так как он тоже может давать бонус свечения. И я вам хотел бы напомнить то, что первый бонус базовый на любом луке, он свечения не дает, так как он является базовым. То есть все свечения происходят уже от вторых дополнительных бонусов. Поэтому, друзья, именно сейчас мы пойдем тестить, нападать на каких-нибудь слабых игроков. И уже по результатам падений посмотрим, будет ли у нас анимация свечения. Если, друзья, анимация сработает, значит данный бонус рабочий. Ну и плюс посмотрим потом по статистике дамага, которого мы нанесли. Ну и давайте посмотрим повтор боя. Смотрите, перед самым станом у меня срабатывает бонус на луке, но уже с бонусным луком я не успеваю сделать ни одного выстрела, так как меня враг убивает, потому что я здесь был один. Сейчас я переодену лучник, и мы попробуем по статистике уже определить, сколько дамага наносит данный лук. И теперь я уже нападу своим обычным составом на противника, у которого мощность приблизительно такая же, какая у меня. Так, давайте перемотаем бой. И посмотрим потом по статистике, сколько мой лучник нанесет урона. Никакие заклинания я использовать не буду, посмотрим, смогу ли я его разобрать. Да, все отлично, сейчас смотрим статистику. Ну что, друзья, я теперь с уверенностью могу сказать то, что бонус на луке рабочий, так как анимацию мы проверили, она действительно работает. И сейчас, если смотреть по статистике, то я больше всех на лучнике внес урона. 358 тысяч урона я внес, больше всех я убил на лучнике. И даже разбойник, у которого урона с руки больше,
он внес меньше урона, чем мой лучник. Поэтому я полагаю, что данный бонус полностью рабочий и действительно вносит, как вы видите, много урона. Вот, друзья, в принципе, все, что можно было сказать про данный лук. Если мне выпадет лук со станом, то я, конечно, заменю вот этот вот лук на лук со станом, так как все-таки для меня лук со станом, он остается в приоритете. Именно поэтому я пока буду ходить с данным луком. Всем, друзья, удачи, всем пока!